Всероссийская неделя добра ведет свою историю с 1997 года. Эта добрая традиция распространилась по всей стране и дошла до наших дней. В Сарове Нижегородской области акция проходит два раза в год – осенью и весной. В этот раз осенняя неделя добра приурочена сразу к нескольким событиям. Планируется масса мероприятий разноплановых. Там от Всероссийского дня бега до Международного дня там, жестовых языков. Цели акции – это привлечение волонтеров, добровольцев, повышение активной гражданской позиции. В рамках осенней недели добра волонтеры организуют различные акции и мероприятия – флешмобы, лекции, спортивные эстафеты, социальные видеоролики, благотворительные вечера. Также добровольцы выходят на городские субботники и оказывают адресную помощь. Участвовать в осенней неделе добра могут волонтерские и общественные организации, школьники и студенты. Действует много волонтерских добровольческих организаций. То есть каждый из них тоже будет как бы организовывать свое мероприятие, может быть, внутри как-то своей организации, например, на базе которой они участвуют, находятся. Вот. У нас, допустим, на базе молодежного центра, ресурсный центр как бы тоже будет проводить свои мероприятия. Осенняя неделя добра пройдет в Сарове с 20 по 26 сентября. Для участия в акции нужно заполнить анкету в группе ВКонтакте молодежного центра до 17 сентября. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.